В День защиты детей активисты «Единой России» в рамках реализации проекта «Крепкая семья» приняли участие в торжественном открытии детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе Одинцовского центра эстетического воспитания. Ребят здесь ждут мастер-классы, игры, танцы, конкурсы, экскурсионные программы и многое другое. Также партийцы проводили ребят из Одинцовского округа в детский оздоровительный лагерь «Алмаз», расположенный в Рузе. Всего в муниципалитете летняя кампания затронет почти 24 тысячи детей. Помимо лагерей дневного пребывания, при школах округа и трудовых бригад будут работать 5 детских оздоровительных лагерей – «Радуга», «Орленок», «Объединенное королевство», «Лагерь настоящих героев» и «Университетский».